Прибывшие в регион депутаты Сената посетили несколько промышленных предприятий региона и ознакомились с работой учреждений. В свою очередь, руководители производства доложили о дальнейших планах компаний. На предприятии «Маяк» депутаты ознакомились с состоянием оборудования и планами по их обновлению. В этом году из областного бюджета на модернизацию энергокомбината выделено 2,6 миллиардов тенге. На часть этих средств приобретено 78 740 тонн теплообменных труб. В настоящее время ведутся ремонтные работы по их замене, отмечают специалисты. В этом месте у нас строится еще израильское оборудование по опреснению. На 24 тысячи кубов. Новое, да? Да, вот именно здесь вот, да? 2014 года компания «Казах Осетр» занимается разведением рыбы особой породы. Ежегодно производится 30 тысяч тонн осетра. В дальнейшем планируется довести это число до 60 тонн. Показали процесс нереста рыбы, подготовку к нересту. Показали процесс УЗИ, мониторинга, диагностики и разделения осетровых по бассейнам. Планируется расширить существующие земли, это примерно 3 гектара, неиспользуемых земель. Там же планируется строительство дополнительных цехов и бассейнов. В связи с этим необходима финансовая помощь. Об этом мы упомянули во время визита депутатов. Следующий пункт посещения – Каспийский опреснительный завод, производящий 20 тысяч кубометров воды в сутки. Продукцию распределяют между селами Мналинского, Каракианского и Тупкарганского районов. Кроме того, живительной влагой обеспечивают туристические объекты на побережье, воинскую часть и аэропорт. По словам руководителя завода, текущие работы по модернизации будут завершены в октябре. В случае ввода в эксплуатацию новой установки здесь будет производиться 40 кубометров воды в сутки. Айжан Сабитова, Саламат Каипов, Дидар.